Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В Тропарёво Никулине открылась детская поликлиника. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, площадь шестиэтажного здания на улице Академика Анохина составляет 9,7 тысяч квадратных метров. Филиал поликлиники номер 131 находится на месте снесенной нежилой постройки. Медучреждение рассчитано на более чем 500 посещений в смену. В поликлинике созданы комфортные условия для пациентов и врачей. На этом пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!